Ну вот вчера бурушку мы покрыли жипсом. Сегодня пробовали. Она уже отбивается. Не дает ему. Как бы должно получиться все. Вчера я там много роликов интересных снимал. Закидываю. YouTube очень злой. Чуть-чуть жеребец покажет свой кардан. И все, сразу блокируют. Монетизацию отключают. Так как бы лучку нежелательно вообще снимать и выкидывать. Так вот показывать вам, друзья, просто лошадей. YouTube не любит, когда показываешь. Да там ничего такого не было. Я камеру в сторону отвожу. Ну чуть-чуть там он прыгает, когда все сразу монетизацию отключают за такое. Борушка, борушка. Хорошая, красавица. Что-то малышек. О, глазик у него прошел. Мы там его трошки лечили. Еще лечим где-то около месяца. Пишут, надо лечить глазик. И это бельмо пройдет. Хороший. Хороший малыш. Там подписчик один писал. Сырица вроде бы. Орден предлагает назвать его орденом. Наверное, остановимся на этой кличке. Орден. Красавец. Так, пойдем еще всех лошадей поснимаем. Жеребец сейчас в сарае у нас. Будем его сегодня трогать пока. Там он с кобылкой стоит. Гуляют они. Пойдем всех лошадок поснимаем. Вот вишенка наша, красавица какая. Это Венера вот пришла ко мне. На тебе хлебушка, на. На, мамушка. Венера, ее надо было назвать морковка. Морковка, интересно. Все, отстань. Пойдем дальше. Дает мне снимать. Пошла Барбара. Это Барбара. На, хлебушка, на. На, мама. На. Так, это ревнует. Иди сюда. Это ириска, на, ириска. Ириска. Карина, на хлебушка. На, мала. Так, кто у нас тут? Алена. На, Алена. Барбара, не балуйся. Все, ну не дадут мне прохода. Пошла. Барбара. Она может телефон съесть. Так, не балуйся. На. Нагла. На. Каринка. Вот Карину скоро будем случать. Через 3 дня будем пускать им жеребцу на свидание. Ириска он языком шевелит. Вот Ириска как умеет. Покажи, как ты умеешь улыбаться. Покажи. Стой. Это улыбаться так. Давай. Улыбайся. Стой. Не хочет. Не хочет сегодня. На, хлебушка тебе. На. Все. А это Алена. Самая моя красивая она была. 4 года ждет жеребенка. В июне будет жеребенок. У нас покойняшка. Я ее отдельно сюда ставлю, чтобы не ударили ее. На сохранение она. Кобылы ударят, и может абортироваться. Так она отдельно здесь ходит. Вот как-то так. Это вот кобыла так языком интересно делает.
Что ты делаешь? А, что она делает? Балуется. Ты балуешься, да, Ириска? Ну все.